Впервые в историко-художественном музейном комплексе открылась уникальная выставка, которая рассчитана на детей школьного возраста. Планируется, что за месяц ее посетят все школьники, находящиеся в пришкольных лагерях. Организаторы экспозиции, частные коллекционеры Валентин Николаев и Александр Мовчан задались основной целью – показать, что такое фотография и как она появляется. Для демонстрации всего оборудования здесь представлено несколько интерактивных зон. Света в зале практически нет. Это сделано специально, чтобы можно было увидеть самый первый эффект. Далее цветовой круг Итона. Это модель цвета, которая позволяет узнать, какие цвета нужно смешать, чтобы получилась определенная гамма. Дальше самое интересное – темная комната, где ребятам показали, как проявлять и самим печатать фотографии. Они увидели процесс получения фото, специально созданный для проекта фотолаборатории. Эта выставка имеет цель показать, особенно молодежи, развитие советского фотоаппаратостроения, потому что здесь представлены в основном практически советские фотоаппараты, фотоувеличители и прочее оборудование. Они разложены в порядке, во временном, можно сказать, порядке, можно проследить развитие техники в то время. Вот. И познакомиться можно с фотопечатью. У нас есть фотолаборатория, что там установлен фотоувеличитель, имеется реактив и бумага. Помимо всего прочего, посетители выставки узнают, как видит человек и животные, раскроют секреты цвета и света, увидят коллекции фотоаппаратов и фотоаксессуаров. Здесь собраны все основные модели фотоаппаратов, которые выпускались в советское время на заводах. Кстати, старейшая модель аппарата, представленная на выставке, фотокар-1, год выпуска 1930. Ценители фотоискусства также смогут найти для себя тут много интересного. Вот это бокс для подводной съемки. Где-то образца 60-х годов, где-то так, да. Он большой, тяжелый, увесистый. В то время не было еще материалов, способных заменить металл. Поэтому он сделан такой весь металлический, жесткий. Вот. И прямое механическое управление фотоаппаратом. Потому что тогда еще электроника не была настолько развита, как сейчас. Вот. А вот современный аналог. Подводный бокс для маленького фотоаппарата пленочного. Типа мыльницы. Насколько все это по своим, как сказать, параметрам разное. Выставка продлится в Новочебоксарском музее краеведения и истории города до 30 июня.